Всем привет! То, что птицам зимой не так холодно, как голодно, знает практически каждый. А когда зима такая снежная, как в этом году, так эта истина верна вдвойне. И касается это не только лесных птиц, но также и городских, которые в другое время находят себе чем поживиться. Мой папа всегда любил подкармливать голубей. И пока он находился в больнице, то я охотно переняла его заботу и даже рассказывала ему, как прихожу в Павловске и кормлю его гулечек. Вы не поверите, но когда он попал в больницу, то к нему на подоконник прилетала вот такая вот белая голубка. Сосед по палате называл ее свадебной. Мне тоже казалось, что, наверное, она у кого-то улетела. Она совершенно не боялась людей, охотно заглядывала в окна. А когда ее рискнули покормить, то она пошла на контакт, совершенно не боялась. Ну, вы и сами видите. Пойдем. Дырку проделай сейчас в руке. Да нет. Нет? Нет. Долбите. Красавец. Слышно, да? Да. Все закрываем. И остальные налетели. Думали, сейчас им тоже перепадет. А вот целая миска. Ранней весной я все так же продолжала подкармливать своих пернатых друзей. Хотя снег растаял, и они уже могли найти себе пропитание в другом месте. Но мне это доставляло удовольствие, да и они радовались моему приходу. И, мне кажется, даже узнавали меня. А еще я заметила, что они совершенно не боятся. И если я протяну руку с крошками или с кусочком хлеба, то они охотно подлетают. Особенно отличалось два голубя. Сизый и черный. А потом к ним присоединился еще один черный с половиной хвоста. Наверное, кошка выдрала. С каждым днем наше общение приобретало все более интересный характер. И в какой-то момент на мою протянутую руку сел первый голубь. Красавец. Самый голодный, да? И самый голодный. Не хочешь, нет? Куда? Спустя какое-то время птицы даже стали ссориться за право сидеть у меня на руке. Так что я думаю, такие сеансы кормления доставляли радость обеим сторонам. При этом, если они могли клюнуть друг друга, то меня даже случайно ни разу не поцарапали. Вот такое получилось у меня сегодня видео о том, как я приручала голубей. Что на самом деле совсем не сложно, если у вас есть искреннее желание и немножко терпения. Нету. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Я буду всем очень и очень рада. А в Киеве сейчас весна в полном разгаре.
и мои старые знакомые нежатся в лужах. А я вспоминаю, как мы вместе с ними перезимовали. Кстати, была еще у меня одна интересная встреча, но долгой дружбы из нее, к сожалению, не сложилось.